Всем привет, ребята, это Шахматный Феникс и камбэки. Дайте мне коня на f6 поставьте, пожалуйста. e5, на c4, e5. Нет, ну все равно e5. Снова e5, отлично. Конечно. Ну, я думаю, ну конь g4, это дельный ход. Дебют шведок. Ну и на f2 закидываем, наверное. Не-не-не, тут есть вот такой ход. Ну да, нужно, конечно, отпугнуть. Все, теперь h4, Никита. Нет, надо сначала испортить структуру. Хотя h4 тоже имело смысл, hg, ладья h8, gf, да? Да. Согласен, наверное, я недооценил этот ресурс. h4. Вот видишь, теперь он уплотняется. Ничего, сейчас конь на h4 пойдет, это блокада. Да, и нас трое, я, Никита и Артем Капустин. Мы дадим спёртый мат. Нет, не дадим. Артем, что ты скажешь по поводу позиции? Белых выиграл. Нет. У нас намного лучше. Ну, у нас хорошие шансы на победу. Да. Да вы что, ребят, ну 200 на планете. И что? Не можешь там такую позицию проигрывать. Ну, у меня 200 на планете примерно. Ну, ты же не можешь такую позицию проигрывать. Почему? Ну, ты же психически здоров. Ну, слон d3. Слон e6? Ну да, слон e6. Что ты имеешь в виду? Ну нужно, ну нужно, нужно, да. Теперь ферзь f6, и мат пошли давать. Слон g3, взяли, ферзь d2, король ушел, да? Да, нам нужно... Может быть, слон e6? Можно пойти ферзь g5 и на конь d2 ферзь g3. Но такого не случится. На конь d2, ну... Да, мечты. Кооперативчик. Ладно. Замораживаем фланг хотя бы. Хотя бы фланг. Да. Ферзь d2 нашел, к сожалению. Ну мы попрепятствуем еще этому. У нас где-то ферзь d5 будет, ребята. Да ферзь d5. F6, конь g6, к сожалению. Ну, ферзь d5, c4. Тогда... Ферзь e7, ходи в 3 и c5. Ну, это не радостно. Такс. Может быть, ферзь f6? Не, он сразу рокирует. Вот так. С идеей на 3-0 f6. Мы как бы почти ловим коня, или может быть даже... Как бы почти он на... Стоп, ну на g4 он же себя будет уютно чувствовать. Ну, мы его возьмем. Он будет себя уютно чувствовать в гробу. Так, а куда ему идти? Конь f3. Конь f3 это подбой. А ну, куда, да, куда не подбой? Структура управляет. На d5 может какой-то ход. С другой стороны, на d5 3-0 с мощной инициативой. То есть конь убежит на c4, но инициатива очень мощная у черных будет, реально. Отличная партия, мне нравится. Это, по-моему, единственный камбэк из последних 10, наверное, который мне реально нравится. Это влияние Артема. Вот. Yeah. Берем меня или игнорируем? Так, это я игнорирую, могу игнорировать фигуры. Что это за ход? Я тоже. Хочу ферзь А2. Ну, сейчас получишь Б3. Пусть коня на Е1 убирает. Как он вообще свои фигуры будет выковыривать, если он коня на Е1 уберет? Отлично. А почему не сразу? Ну, ферзь А2, ферзь С3. С другой стороны, бессмысленно. Я играю на позиционную компенсацию. Вот опять, под темп встал. Ну, он сейчас хочет ферзей. Нет, не хочет. Может быть, король... А, ну да, так быстрее. Хотел предложить король b6, c5. Ой, да. Я вообще не уверен, что у белых лучше. У него столько вот эти вот фигуры смешные на фланге королевском. Так, ну, ладья c6 надо сыграть. Ферзь b3. Ну и куда-нибудь ферзем отскочили. У меня очень-очень заманчиво для меня поменять ферзей и просто попытаться использовать без чистой фигуры то, что у него все пешки, все фигуры вот там стоят, так вот стоят. Давай нам сейчас флаг срубят, не будем менять ферзей, ну пожалуйста. Ты ненормальный. А как он будет выковыривать фигуры оттуда? А мы? Куда ты повел ладью? Чтобы h4. Она просто там будет стоять. А, кстати, симпатично. Я только сейчас заметил эту идею. Ну когда такое еще получится? Понятно, что можно было сильнее играть, но это очень нестандартно, по-моему, то, что сейчас происходит. Не, кстати, красиво. А как реально выковыривать? Я, собственно, не знаю, как нам выигрывать. Нет, ну как выигрывать, я знаю нам. Это просто срубить флаг.
Нет, это понятно, но немножко цинично. Так, ну вот сейчас g4 грозит реально. А, нет, это не угроза. Мы можем убрать ладью уже, и как бы все равно там будет заморожено все у него, вроде как. Ну, h4 он пойдет 100%. Ну, флаг упадет. Думаю, что пойдет, да. Не, ну, конечно, уникальная идея. Ну и все равно некуда ходить. Нет, король c4, и зачем? Я хочу короля туда привести, а ладью освободить. Все равно он никуда не может попасть. Нет, оказалось, что ты там мог все сам королем съесть. Все, зашел. Может быть. Отлично. Ладно. Ну все, это уже победа. Не, кстати, уникальная. Вот я вышла впервые за партию, отлично. А, кстати, вон. Уникальная партия, интересная, уникальная идея. Да, согласен. Это для рубрики «Шахматная идея». Да, рубрики «Шахматная идея». Качество партии слишком плохое, к сожалению. Нет, ну, по-моему, это самый интересный камбэк за последний. Ну, я уже говорил эту фразу. Пожалуй, да. Да, симпатично. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо.